Прогнозы развития индустрии финтех в 2017 году. В статье для Finance Magnates коммерческий директор BitPay Sony Singh рассказал о финтех-тенденциях нынешнего года. Как сообщает Sony Singh, политика банков станет более агрессивной, а биткоин будет принят в качестве валюты для международных сделок. Кроме того, технологическая компания мобильных платежей Square будет приобретена компанией Amazon. Автор также говорит о спаде популярности блокчейна и росте количества мобильных платежей по всему миру.